Калачи, привет! Привет всем! Вы знаете, все такие красивые, вы знаете, вот я подумал, да, вот как же все-таки здорово, что ежегодно вот со всего мира вся талантливая молодежь в середине января приезжает сюда, веселится, празднует, вот муха какой красивый, ты что сегодня в костюме, ты что, модничаешь или умирать собрался? Надеюсь, модничаю. Ты смотри, не хотим, а шутим. А где наш вот этот карликовый лев? Где этот гигантский пекинес? Где он? Наш Дорохов, где он? Ого! Это ни хрена не смешно. Почему вы живете в гостинице, а я в горах? Ну, потому что ты грустный и глупый. Из-за грусти мы тебя выгнали из команды, а ты по глупости в горы ушел. Лучше рассказывай, что, с медведем подрался? Нет, с фуникулёра упал. Ой, Дорохов, поскорее бы тебе вручили Оскар, чтобы ты свое лицо им закрыл. Друзья! Вот я смотрю, да, вот такое вот у нас классное настроение. Мы еще в форме, да? Я вот подумал, юбилейный сезон. Может быть, пойдем в этот сезон? Да нет, 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 послушайте, нет. До конца, послушайте. Это будет наш подарок КВНу, чтобы деньгами не скидываться. Да, да, да. Александр Васильевич, мы сейчас на полном серьезе говорим. Мы хотим в этот юбилейный сезон. Что это за звук? Это Герман из Мурманска в обморок упал. Давайте веселиться! Let's go! Итак, друзья, мы начинаем, а продолжает говорить Азамат. Дорогие друзья, вы знаете, что вы говорите? Что вы говорите? Азамат, ты казах? Ты казах? Давайте по одному, пожалуйста. По одному. Вот ты, женщина, что говоришь? Так, какие шутки мы будем показывать в этом сезоне? Вот, пожалуйста, мы подготовились к этому вопросу. Вот есть такая миниатюра. Маньяк, который на месте преступления оставляет кусочек песни Ирины Аллегровой. Ну и что же тут криминального? Вот это вообще, смотрите. Баррель нефти так низко упал, что подрался с Алексеем Паниным. А вот эту миниатюру мы покажем вам прямо сейчас. Итак, представьте. Судебные приставы пришли к алкашу, а у него из ценных вещей только малый кивин в светлом. Так, что у тебя в руках? Это малый кивин в светлом. Я за него 20 минут в Светлогорске выступал. Где? Светлогорск. Это секретный российский курорт. А продолжение этой миниатюры смотрите в сезоне. Или сейчас танцуете. Да нет, не хотят они. В сезоне. Мы прерываем наше выступление на экстренный выпуск программы «Поле чудес». Это экстренный выпуск «Поле чудес». Такого еще не было никогда. Итак... Приз. 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 То есть я предлагал вам 16 миллиардов рублей. И вы выбрали... Приз. Дебил. 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 Хватит, что ли, а? Ну, серьезно, деньги я потрачу. Это какая-никакая память будет. Ну, что... Вы знаете, я и сам не знаю, что там находится. 17 миллиардов рублей. Наташ, чё? Да ну тебя. Короче, приз. Какая-никакая память будет. Я предлагал вам 17 миллиардов рублей. От всего капитал-шоу «Поле чудес», от Первого канала и от меня лично. Флешка на 5 гигабайт. Ну вот, какая-никакая память будет. Друзья, ну, вы знаете, конечно же, мы вас разыграли, не пойдем мы не в сезон. Это, конечно же, розыгрыш. Да-да-да, был бы пельш, разорвался бы. Вы знаете, это Азамат. Была шутка, что? Ну ты что делаешь? Нормально же прикалывались. Не надо прикалываться, ребята, не надо прикалываться. Надо становиться серьезней. После КВН там другая жизнь, понимаете? Вот ты, Ромка, чем будешь заниматься, скажи мне? Ты за меня вообще не переживай. Я себе на буханку хлеба и стакан воды заработаю. Ну, с такими запросами я за тебя реально не переживаю тогда. На, вот тебе 1000 рублей, не звони мне месяц. О, давай я тебе тоже месяц звонить не буду. Давай. Серьезнее надо становиться, ребята. Будете, да, согласен, будет трудно. Но, как сказал известный и переделанный нами для смеха писатель Анре де Камызяк,
Трудности толкают на новые подвиги. Это все, конечно, классно, Азамат. А ты сам-то чем будешь заниматься? Вот тебе еще, Ромка, деньги. Купи себе телевизор. Мы чемпионы мира по КВН 2015 года. Вы знаете, мы хотим сказать следующее, что не бывает побед без поражений. Сегодня в зале очень много КВНщиков. Пожалуйста, поаплодируйте те, кто проигрывал вообще. Но мы одну вот такую вещь заметили. Вы знаете, когда КВНщик, вы сейчас узнаете себя, когда КВНщик проигрывает, он приезжает домой и начинает переигрывать эту проигранную игру. Там у себя внутри. Он начинает переделывать все шутки, все несмешные шутки убирает, смешные оставляет. В разминке вообще нет равных, потому что много времени там у нас внутри. Подготовятся смешные шутки, понимаете? И там мы начинаем у себя внутри выигрывать, и там внутри мы становимся чемпионами. В этом году наше внутри и снаружи совпало. У кого-то совпадет в следующем году. И вы знаете, поэтому мы считаем, что для нас КВН это не то, что на телевидении. Для нас КВН это там, внутри. Спасибо!